как всегда, все делаю в последний момент, и до выпускного остался ровно час, точнее, до репетиции. Репетиция начинается в 3, и потом уже в 5, сам выпускной. И у нас ничего не готово, и у меня ничего не готово, потому что ни макияжа, ни волос, ничего. Кто-то вообще идет в салон, я не понимаю, зачем идти в салон, если это... Ну ладно, для кого-то это может быть, возможно, важно, но не для меня. Все, что я сегодня делаю с волосами, это просто влажные волосы закручиваю. Я забыла побрызгать. Так. Алюр прислали мне несколько новых средств и кое-что из косметики. Очень, конечно, приятно сотрудничать с Алюр. И я могу пробовать всю эту косметику и потом вам о ней рассказывать. И сегодня вот через несколько минут я вам расскажу о том, что мне нравится больше всего из того, что мне прислали за последнее время. Именно как уход за телом, уход за волосами. Это все мои фавориты по уходу за кожей и волосами. И вот это масло от Garnier с цитрусами. Это вообще фаворит фаворитов. Просто очень приятное подтягивающее для тела масло. Также у меня здесь есть от фирмы, называется «Кафе красоты». Это гель для тела, для похудения. Он очень вкусный, приятно пахнет корицей, еще чем-то, какими-то ягодами. Потом также подтягивающий гель, крем от Clarins. И вот это масло тоже одно из самых любимых. Это L'Occitane, масло, по-моему, миндальное. Вот это средство я вам, скорее всего, показывала. Это сыворотка восстановления от Schwarzkopf для волос. И совсем недавно мне прислали вот этот спрей от Schwarzkopf, тоже очень классный для восстановления волос. Все, как всегда, делаю в последний момент, и вот буквально за 20 минут я погладила платье, приготовила всю одежду, которую должна была приготовить еще вчера вечером, загрузила видео за третий день, получается, и собрала сумку, и вообще все сделала. Так что вот, макияж у меня какой-то самый обычный, ничего такого. И волосы, что меня раздражает в моих волосах, вот эта часть завивается всегда нормально, и это... просто не завивается практически. Но я как-то, не знаю, я не старалась ничего особенного делать. У меня макияж мой повседневный, ежедневный, и волосы я обычно такие делаю, и мне довольно-таки пофиг. Все, у нас уже закончилась торжественная часть, и сейчас мы приехали в... Я не знаю, как это называется, типа пляжный что-то... Пляжный... Не знаю что, в общем, куда-то как на пляж, только это все в городе. Вот тут, это будет за этим местом, я так понимаю. И здесь мы будем в здании отмечать выпускной уже с родителями вместе, и с классным руководителем. И, в общем, все, мы идем. Кстати, было очень неловко, когда никто практически не знал текст песен, но все пели в микрофон. Пока что одна вообще за всем столом. Надеюсь, так и будет весь день, весь вечер. Это было настолько круто, что сейчас уже 2 с лишним часа, почти 3 часа. И я умылась, ложусь спать, у меня вообще нет сил. Я танцевала в
кругу самом, в середине круга, когда все смотрели. Это было так классно, потому что обычно я стесняюсь такие вещи делать. Но что-то я подумала, пошли-ка все, я хочу быть в середине, потому что я хочу быть центром на этой вечеринке. Вот. Еще, кстати, было очень круто проснуться с новостью о том, что у меня 39 баллов по русскому языку. Это 100% работа. Что я несу? В общем, это выполнение на 100%. 100 баллов, можно сказать. Вот. Поэтому сегодня весь день все поздравляли. Это довольно приятно. Я вообще не ожидала. Я когда увидела, что у меня 39 баллов, я-то думала, у меня будет четверка, даже, а не пятерка, тем более не 100 баллов. Я увидела и заплакала. От неожиданности. Это приятная неожиданность. Всегда бы так. Конечно. Вот, сейчас ложусь спать. Я бы хотела сказать вам, что... Да, я вообще не очень сегодня с вами говорила много. Но я бы хотела сказать вам, что если у вас возникает какая-то проблема, что-то вам мешает сделать, не знаю, например, вот у меня на втором выпускном уже какая-то фигня происходит, когда я думаю, что, господи, лучше бы я сюда не приходила вообще никогда в жизни, я не хочу тут находиться, я всего боюсь, я всего стесняюсь, ла-ла-ла, мне ужасно плохо. Но потом, когда вот это с вами происходит, вот именно вот эти мысли у вас когда появляются, вы просто скажите: нет, все, все будет хорошо, супер, я могу быть самой собой, или там, не знаю, с каким-то... У меня столько игрушек, смотри, какой кошмар, это все ретиные игрушки, если что. Я могу быть самим собой, и самим собой мне хорошо, потому что это я, и это, в общем-то, тот человек, который будет с вами точно уж всю жизнь. Так что да, надо просто отдаться себе, и тогда, например, если вас какие-то люди смущают, то просто потом они вот из таких будут превращаться вот в таких жалких. Вот. Чем вы увереннее, тем они для вас уже никто. Я такой бред несу, в общем. Я не могу нормально. Да, ничего не могу. Понятно, в общем, 39 баллов по русскому языку. Ага. Все. Всем пока.